среди лучших по развитию индустриальных парков. Согласно официальной статистике Минпромторга, Ульяновская область занимает 6-е место по их количеству. Сегодня на территории региона действуют индустриальные парки ДААС, Дипмастер, Заволжье, Платформа, Новоульяновск, портовая особая экономическая зона Ульяновск, готовится индустриальный парк УАЗ. 6-ю строчку наша область делит с Самарской, Белгородской областями и Ставропольским краем. Всего по стране количество особых промышленных зон достигло 258. Это 807 компаний или 9300 рабочих мест. Внебюджетные инвестиции в запуск новых производств в минувшем году превысили 181 миллиард рублей. Во втором конкурсном этапе на присвоение категории «Педагог-исследователь», «Педагог-методист» и «Педагог-наставник» претендует 131 специалист. Конкурс проходит в соответствии с законом о статусе педагога. 87 учителей претендуют на категорию «Педагог-методист», 43 – на «Педагога-наставника» и 1 педагог – на категорию «Исследователя». Год назад победителями стали 147 педагогов. Каждая категория получила дополнительные ежемесячные надбавки. Кроме того, благодаря закону 11 специалистов воспользовались правом пройти стажировку в инновационных образовательных организациях России и за рубежом. Стипендия за талант. Одаренных детей планируют поощрять ежемесячными выплатами. Законопроект рассмотрен на заседании правительства области. Стипендии предполагается назначать на основании рекомендаций конкурсной комиссии Министерства искусства и культурной политики 10 учащимся школ искусств из общего числа победителей и призеров творческих состязаний различных уровней, представивших заявление на получение выплаты 5000 рублей в месяц. Если предложение одобрят региональные парламентарии, то первые стипендии дети получат уже в сентябре этого года.